В нашем регионе пресекли деятельность условной диверсионно-разведывательной группы. Тактика «Специальное учение» провел оперативный штаб области. Силовикам предстояло помешать действиям террористов. Последние, согласно задумке, хотели совершить теракты на объектах транспортной и топливно-энергетической инфраструктур. Слаженная работа силовиков позволила успешно провести контртеррористическую операцию. Она охватила два муниципалитета региона. В ходе тактики специального учения в максимально приближенных к действительности условиях отработан порядок межведомственного взаимодействия, а также этапы приведения в готовность группировки сил и средств регионального оперативного штаба.